Привет всем, это третье видео из серии Used, и сегодня мы посмотрим на наушники Razer Hammerhead. Это наушники, как и все остальные девайсы, что я показываю в этих видео, тоже мои. Я пользуюсь ими каждый день, и сейчас посмотрим, что с ними случилось. Самое первое, что бросается в глаза, это то, что слезла краска. Ну, это и понятно, потому что наушники сделаны из алюминия, вы все время будете браться за вот эти вот места, и краска, конечно, слезет, и слезет очень быстро. Но, как по мне, товарный вид на самом деле они не потеряли. То есть они как выглядели круто, так и выглядят. Только здесь не черная, а теперь серебряная. По-моему, все окей. Дальше. Естественно, краска слезла и вот здесь. Ну и на любых металлических местах, которые здесь есть. Это, естественно, касается и штекера. Следующее, что очень-очень меня огорчило, это то, что вот эта вот сеточка выпала из одного наушника. Я не знаю, как это произошло, я не заметил, но на звук это не влияет, так что в принципе норм, но лично мне это очень-очень-очень сильно мозолит глаза. Еще слегка начинает рваться вот эта вот амбушюрка, это очень плохо, и я, наверное, вот так не надо мне делать. Просто их уже нигде не достанешь, только если покупать с новыми наушниками. Хорошо, что в комплекте есть три разных размера дополнительных амбушюр, но на самом деле это все не то, потому что они, как видите, не двойные. И я в обзоре говорил, что разницы особо не чувствую, но все равно, мне кажется, что я уже настолько привык к двойным, что когда она порвется и мне придется заменить ее, то это будет катастрофа. Это переходник на компьютер. Я достаточно часто им пользуюсь, но на самом деле не так часто, как самими наушниками. В общем, он работает, с ним все хорошо, и когда у меня нет других каких-то альтернатив или просто уши уже болят от других наушников, я одеваю эти и спокойно себе играю. Конечно, мы проверим и микрофон. Сейчас вы слышите мой голос, записанный именно на этот микрофон. В чем плох у микрофона этот? В том, что он всенаправленный. И слышно абсолютно все, что творится у вас где-то на заднем фоне, в другой комнате. Вот кот орет у меня, я уверен, что вы это слышите. Вот, я пользуюсь этим микрофоном постоянно, потому что юзаю наушники с телефоном как гарнитуру. И я, в принципе, могу сказать, что доволен им, потому что альтернатив у меня нет на самом деле. Ну и очень просто идешь себе, позвонили, нажал кнопку, поговорил, никто на звук не жалуется. Есть и такой чехольчик для транспортировки, но я его юзаю только для того, чтобы хранить в нем вот эти вот дополнительные амбушюры и переходник для компьютера. Когда он мне понадобится, я просто беру его и все. А почему не юзаю чехол? Ну, во-первых, я юзал очень активно, где-то месяц после того, как наушники мне достались. Я такой бережный был пацан, очень каждый раз носил их в этом чехле, чехол в кармане, все было классно. Но в итоге я его просто немножечко сломал и порвал. Вот тут у него проблемка такая, он просто нормально не закрывается, вернее закрывается, но потом его проблематично будет открыть. Короче, молния порвалась. И в итоге чехольчик лежит в столе, греет амбушюрки. Последнее, о чем хочется сказать, это то, что когда эти наушники мне достались, они не запутывались. То есть они то ли покрыты были чем-то, то ли еще что. Ну вот они не были такие прорезиненные, они были более скользкие, что ли, или покрыты каким-то материалом, который не давал им запутываться. То есть они друг об друга вот так не цеплялись. Сейчас это вообще изи, они, видимо, уже потерлись, и теперь это превращается в такое очень быстро. О, странно, сейчас не запутались. Как только видео, так они не запутываются. Очень круто. Вот так, это были наушники Razer Hammerhead, которые я юзаю до сих пор. Они с момента выхода и приезда в Украину у меня. Это сколько уже, наверное, 2013 год, уже 2 года. И все нормально с ними, я доволен. По поводу звука не могу ничего сказать, изменился он или нет, потому что просто не помню, какой он был в самом начале, но мне он до сих пор нравится, он такой же басовый, он такой же сочный, как и был, и я доволен. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, как ваши наушники поживают после того, как вы их поносили. Подписывайтесь на мой Twitter, Instagram, заходите в группу ВКонтакте, оставляйте там свои фотки ваших девайсов потертых и новых тоже, и увидимся.